прошедшие выходные в Маргаушском районе стартовала 16-я традиционная спартакиада работников органов государственной власти и местного самоуправления. Началась она, как всегда, с лыжных гонок. Заслуженная победа в эстафетной гонке. Радости нет предела. Участники и болельщики ликуют. Позади больше 10 километров трассы. Мокрый снег, крутые виражи и не менее сильные соперники. Второе место взяла команда Гостехнадзора. Замкнула тройку лидеров команда Министерства юстиции. Слаженная работа принесла свои плоды. Собственно, таким подходом сотрудники органов государственной власти руководствуются в своей каждодневной работе. Мы можем сказать, что большинство чиновников любят спорт, занимаются спортом и в ежедневном режиме привлекает массу людей, чтобы количество занимающихся у нас с каждым днем увеличилось. В этом году в лыжных гонках участвовали больше 50 команд. Помимо эстафеты состоялся VIP-забег. Руководители министерств и ведомств сменили привычный строгий костюм на яркую и удобную одежду, а кейс – на лыжные палки. Чтобы проехать заветную дистанцию, многие заранее тренировались. Ведь без должной подготовки показать достойный результат практически невозможно. Глава Янтиковского сельского поселения занял первое место. Я хотел просто себя проверить и все. На таком уровне. А так, первый старт у меня среди VIP-забегов республики. Своим результатом я, конечно, доволен сегодня. Несмотря на капризную погоду, соревнования удалось провести на должном уровне. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика.